служащих. СМИ ответят за рекламу БАДов. ФАС подготовила соответствующие поправки для авиакомпании, поддержавшие российский авиапром. Эту идею обсуждает Минтранс. Мини-версия корпорации будет представлена в уменьшенном варианте. В России на рынку ждут не раньше следующего года. Таковы главные темы к этому моменту. Подробности сразу после текущей ситуации на рынках, отправного трафика и прогноза погоды в студии Маргарита Полянская. И в студии экономический обозреватель Наталья Веселова. Сейчас немножко дешевеет единая европейская валюта. Ура! На форексе пары на доллар торгуется на уровне 1.30.30. Индекс делового доверия во Франции упал в октябре до 85 пунктов. И пунктов это минимальное значение с августа 2009 года. Европейские площадки сегодня отрицательные. Средствующие индексы теряют в среднем 8%. Российский рынок акций снижается на 0,6 по индексу МВВ. Рейтинг Мегафона на уровне BBB- с негативным прогнозом и оставаться за 9 месяцев сократил чистую прибыль уже более чем в 2 раза. Выручка выросла.